Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу вам обзор акустической системы класса High-End производства легендарной датской компании Dali. Модель называется Epicon 8. Я не буду вас развлекать прогулкой по фабрике, где трудолюбивые датчане с помощью космической техники производят эти замечательные колонки, или читать гламурные убеждения о таком невероятно богатом и детальном звучании, что у слушателей просто захватывает дух. Все это вы без меня можете найти в сети. Я предлагаю разобрать по полочкам конструкцию и параметры этой модели. Возможно, это внесет ясность, наведет на размышления, заинтересует кого-либо. В любом случае, должно быть познавательно. Итак, Epicon 8 – это напольная акустическая система ростом 126 см, имеет 3,5 полосы, акустическое оформление – фазоинвертор, чувствительность 89 дБ, номинальный импеданс 4 Ом, максимальное звуковое давление 112 дБ, частотный диапазон в окне плюс-минус 3 дБ от 35 Гц до 30 кГц, вес почти 50 кг каждая, остальные заявленные технические параметры на экране. Выпускается модель в рояльном лаке цветов черного, грецкий орех, белого и рубиновый макасар. Итак, вот эти колонки в интерьере. Рассмотрим подробнее каждую из них, ну точнее одну из них. Вот перед вами эта модель. Внизу два низкочастотных буфера 8-дюймовых, которые работают до 500 Гц. Выше их работает среднечастотный динамик от 500 до 300 Гц. Ниже среднечастотного динамика находится высокочастотный блок, составной высокочастотный динамик, состоящий из 29-мм шелкового купольного твиттера и супертвиттера ленточного динамика, который работает от 15 кГц и выше. Также здесь находится лейбл, который объясняет аббревиатуру DALI, собственно, Danish Audiofield Loudspeaker Industries. Вот так выглядят эпиконы в разрезе. Басовые динамики работают в индивидуальных камерах-фазоинвертерах с одинаковой настройкой. Мидвуфер в модели Epicon 8, которого нет на этой картинке, это разрез Epicon 6. Так вот, он 6,5 дюймов мидвуфер работает на свой закрытый объем. Суммарная кривая импеданса перед вами очень приличная и ровненькая. Любой усилитель соответственной мощности справится с раскачкой этих колонок. Обратите внимание на положение портов фазоинвертера. Они расположены предельно близко к своим излучателям. Это минимизирует задержку сигнала и улучшает переходные характеристики. Благодаря фрезеровке на ЧПУ станках получается больше пространства у задней поверхности диффузора, то есть меньше потерь, что вносит свой вклад в звучание системы. Давайте поговорим о излучателях, динамиках. Их в каждой колонке 5. Давайте я вам покажу, как выглядит динамик. Один из динамиков используемый в этой системе. Это оригинальная запчасть, которая поставляется дистрибьютору. Ну а мы на примере этого динамика с вами сможем получить представление о том, что как он устроен, кроме тех роликов, которые есть в интернете. Давайте его выму аккуратненько. Вот. Далее. SMC драйвер написано на нем. Диффузор, вы видите, подвес. Мягенький подвес для среднечастотника. Особенно прорезиненный фланец. Под 6, под 7 болтов крепления. Литая корзина. Серебристые тензеля. Уверен, что они из очень качественного материала. Подвес. Магнит составной из двух частей состоящий. Далее драйвер написано. Вложить его нельзя, потому что почти нельзя, или можно, не знаю. Вот Данмарк, сделано в Дании. Давайте-ка я вам покажу крупно его. О других свойствах динамика в этой акустической системе мы поговорим в следующих обзорах. Обратите внимание на диффузор. Это бумага и древесные волокна с пропиткой. Последнее поколение – результат многолетних исследований и наблюдений за предыдущими моделями таких диффузоров. Цель – создание бесконечно легкого, жесткого и прочного толкателя воздуха, да еще и обладающего музыкальной подачей. Диффузор – это визитная карточка бренда. Сколько конструкторских бюро, столько и версий этих самых диффузоров. Dali предлагает свой, он перед вами. Мы еще вернемся к свойствам динамика в ATS в следующих выпусках. В Epicon 8 используется гибридный модуль твиттеров.
Модуль состоит из специально разработанного купольного твиттера диаметром 29 мм и ленточника с размерами ленты 10 на 55 мм. Оба твиттера, работающие в унисон, образуют идеальное решение для высоких частот. Сочетание преимуществ, которое дает уникальное качество каждого из них, технология, на совершенствование которой компания DALI потратила не один год. Низкая частота резонанса, высокая мощность и солидный запас по перегрузке – это свойство большого купольника. Магнитная охлаждающая жидкость позволяет увеличить подводимую мощность и обеспечивает прекрасную управляемость движений катушки на высоких уровнях звукового давления. Ленточный твиттер отличается расширенным верхчастотным диапазоном и широкой диаграммой направленности в области верхних частот. Ленточник полностью раскрывает свои таланты в диапазоне частот между 15 кГц и более 30 кГц. Потом, зачем нужен такой высокий диапазон частот, это отдельная тема. Если коротко, для линейности слышимых в ОЧЕ, для естественности их воспроизведения. Чем выше поет твиттер, тем натуральнее звучит весь диапазон ему отведенный. Это как скорость на спидометре Мазератти 320 км в час, а по городу больше 60 км в час нельзя. Вот такой вот парадокс. Огромная плата пассивных разделительных фильтров кроссоверов производит ошеломляющее впечатление, что и не мудрено. Фильтр низких частот на пару вуферов, фильтр высоких частот и фильтр низких частот на 6,5-дюймовый мид, фильтр высоких частот на блок твиттеров и отдельный фильтр высоких частот на ленточнике. Все это из дорогих топовых подобранных компонентов. Каждая из сторон Epicon 8 выполнена из 6-слоевым DF, склеенных вместе. Они, в свою очередь, крепятся 63-мм многослойной основе корпуса из МДФ. Фрезерные станки с ЧПУ формируют пазы динамиков, портов из инвертора для терминалов. При толщине в 33 мм двухслойная передняя панель гарантирует, что энергия движения басовых динамиков превратится в акустическое давление, а не в вибрации корпуса. Ее криволинейная форма также способствует стабилизации акустической платформы для работы низкочастотных излучателей. Неизгладимое впечатление на меня произвело качество поверхности колонок. Если раньше эталоном для меня был рояль Петров из нашей консерватории, то сейчас Epicon этот мой эталон проапгрейдили. Терминалы, используемые в этой акустической системе, организованы для биампинга, бивайринга или для обычного вида подключения. Выполнены солидно, обеспечивают контакт абсолютного качества. Ну вот, позволю себе небольшой саундчек этих колонок в этом подготовленном гостеприимном зале. Стоп, нет-нет. Мой набор треков – это MP3 из бесплатной библиотеки YouTube. В процессе тестирования мы слушали записи с серьезных источников и получили, конечно, совсем другое качество, но я не могу это показать, потому как не имею прав на этот контент. Вот кусочек, если забанят, вырежу. Для твоего включения которую технику и поехали. Обычно для моего канала набор треков, вы услышите, как звучат эти удивительные системы. Thank you.
Мои слова сказаны, может быть, нелепыми фразами. Теперь лети. Главный наш враг недосказанность, нарисуй холодными красками. Теперь лети. Этот летний вид моего сердца хит. Этот летний бит не спит. Этот летний бит моего сердца хит. В заключение хочу отметить, что живьем колонки звучат и выглядят сообразно стоимости. Я лишь донес до вас начальные данные об этих системах. Если обзор получит поддержку, мы продолжим выпуски о хай-энд аудиосистемах. До следующих встреч, друзья, до следующих обзоров.